Всем привет! Сегодня снимаю видео о своих очередных покупках косметики. И думаю, что в этом видео будет именно вся уходовая косметика. У меня на самом деле накопилось очень сильно много за последнее время. Это еще покупки с зимы. И вот они у меня тянутся. И все никак у меня не было времени снять и нормально сесть и отредактировать это видео. Поэтому вот наконец-то я нашла время для того, чтобы показать вам свои покупки. Их было очень много, поэтому думаю, что видео получится довольно-таки длинным. Готовьтесь к этому, потому что, ну да, покупок много. Но я знаю, что многие любят длинные видео, поэтому думаю, что это не будет особо такой проблемой. И сейчас я попытаюсь поднять в кадр вот эту вот огромную сумищу, которую я наполнила своими покупками, которые мне нужно вам сегодня показать. Она с горой просто наполнена. Я не знаю, мне кажется, я поделю видео, может быть, на две части. Или второе сниму немножко позже, потому что очень много всего на самом деле. В общем, я сейчас попытаюсь поднять. В общем, здесь вот такая вот огромная сумища уходовых продуктов. Так что да, давайте начнем. Итак, сперва давайте пройдемся именно по всем наборам, потому что, как вы знаете, когда 8 марта близится, конечно же, в магазинах очень много наборов, и нам кажется, что они все по очень выгодным ценам. Поэтому да, я тоже ведусь всегда на это, и мне очень хочется купить как можно больше интересных наборчиков косметики, что я, собственно, и делаю. И покажу вам, какие наборы я купила в этот раз. Первое, хочу начать, я еще оставила коробки, чтобы показать вам, как оно все изначально выглядело, но потом, конечно же, от всех этих коробок избавлюсь. В общем, вот такой вот набор от Gliss Cure, бриллиантовый блеск. Заинтересовал меня, потому что очень много отзывов слышу насчет этой вот линейки, такой вот блестящей, красивой. Она у нас для восстановления волос с комплексом жидких кератинов. И, собственно, да, продукты выглядят вот таким вот образом. Здесь два вот таких вот средства. Это у нас шампунь для тусклых и лишенных блеска волос. И также еще, конечно же, бальзам. Легкое расчесывание, ослепительное сияние и глубокое восстановление. Вот такая вот здесь, конечно, парочка. Единственное, что немножечко расстроило меня, это то, что маленький объем. Здесь всего лишь 250 и 200 миллилитров. Конечно, у кого короткие волосы, то это довольно нормальный объем, но для моих длинных это, конечно, ненадолго. Это парочки мне хватит. Обычно я беру шампуни минимум по 500 миллилитров, а то и больше. Вот. Еще пока не пробовала, ничего сказать не могу, но определенно, конечно, упаковки очень красивые и слышала очень много приятных отзывов насчет этой серии. Многим нравится, поэтому, конечно, надеюсь, что я останусь также не разочарована. Я сейчас вся здесь просто обложена коробками, наборами, косметикой. В общем, это просто безумие, вы бы это видели. И следующий набор, мимо которого мне действительно было очень сложно пройти, потому что он такой весь мимимишный, такой весь прекрасный, такой девчачий. Я купила целых три, и два из которых я уже подарила, и один себе оставила, конечно же. В общем, да, это вот такой вот набор от L'Oréal, вот такой вот просто чудеснейшей, прекрасной девчачьей такой упаковки. Мне очень понравилось именно оформление набора этого. Здесь сзади тоже все описывается насчет продуктов, насчет каждого из них. И здесь у нас всем известнейшая мицеллярка от L'Oréal. И также еще какая-то новая тушь. Называется она Mega Volume Manga. В общем, да, какая-то новая тушь. Я ничего еще абсолютно не слышала о ней. Здесь вот такая вот гнущаяся щеточка. В общем, что такое новое, интересное. И она, конечно же, идет для колоссального объема ресниц. Какая-то супер-пупер объемная тушь. В общем, буду пользоваться. Очень интересно, насколько она действительно будет классной. И мицеллярка, да, говорила о том, что эту больше покупать не буду, потому что она довольно-таки невыгодная по сравнению с Garnier, но в наборе она была, поэтому буду опять пользоваться, пока не распечатываю его, потому что пока есть еще пользоваться им не планирую, будет стоять пока в запасе. Следующий набор был от Garnier. Вот такая вот здесь огроменная коробушка. И здесь было два продукта. Один из которых это расхваленное всеми тающее молочко для тела с бифидокомплексом, которое с маслом карите, должно питать, мгновенно впитываться, увлажнять до 7 дней.
В общем, вот такое вот здесь средство в объеме 250 мл. Я уже им начинала пользоваться. Ну, уже несколько раз им пользовалась. Довольно здесь такой приятный, ненавязчивый аромат. Действительно быстро впитывается, неплохо увлажняет кожу, поэтому я осталась им довольна, могу советовать. И второе средство, которое было здесь в этой коробочке, это вот такой вот также питательный крем для рук, также с маслом карите. В общем, все в принципе то же самое, что и здесь, только уже для рук. Вот такой вот кремечек, довольно маленький, 75 мл. Он на самом деле очень такой легкий, но при этом очень неплохо питает и увлажняет, что мне также понравилось в этой серии, поэтому если что-то, я думаю, что повторила бы ее еще, потому что действительно достойные продукты, они мне оба очень понравились даже. Дальше еще мне подарили за покупку в магазине, в общем, там была какая-то акция, там нужно было купить на определенную сумму косметику, и мне дали вот такой вот гель для душа, я еще ничего не распечатывала, в общем, вот так пока у меня стоит все. Здесь вот такая красная мочалочка и также гель для душа в объеме 460 мл, просто громадный гель, хватит на ого-го, но он довольно-таки жидкий, как какой-то такой, не знаю, в общем, он жидкий очень. И это фирма Viva Fruits, это у меня идет с вишней, аромат вишни. В общем, да, вот такой вот наборчик. Я вообще думала, показывать его вам или нет, но решила уже, ладно, покажу, потому что, конечно, мелочь, но приятно получить было в подарок. Также еще два набора косметики мне подарили на день рождения. И один из них это довольно-таки желанный набор, потому что я сама планировала себе купить эти продукты, но мне их подарили. И это вот такой вот набор от Nivea, здесь два продукта. Во-первых, это питательный дневной крем для сухой и чувствительной кожи с миндальным маслом. И также второй продукт, это смягчающий тоник, также для сухой и чувствительной кожи. В общем, Nivea довольно-таки хорошая фирма, действительно, там очень часто есть достойные продукты, поэтому, да, я очень давно хотела вот эту вот линейку для сухой и чувствительной кожи попробовать, как крем, так и тоники, поэтому теперь у меня будет такая возможность попробовать сразу два этих средства вместе. Конечно, еще хотелось бы, чтобы здесь была какая-то умывалка, но, в принципе, можно купить ее отдельно и пользоваться в комплекте умывалкой, лосьоном и кремом. Думаю, что крем будет, в принципе, жирный, так как он питательный и для сухой кожи, поэтому думаю, что оставлю, может быть, его уже на следующую зиму, на следующее холодное время, потому что, ну, сейчас я думаю, что он будет для меня жирноват. В общем, да, вот такой вот набор от Nivea. Я, в принципе, почему-то уверена, что мне он должен понравиться. И следующий набор, который мне также подарили на день рождения, это набор от Clea Vitape. В общем, все нам также довольно известная продукция. И здесь вот такой вот набор. В составе у нас вот такая вот деревянная расчесочка, что также определенный приятный бонус. Также здесь, конечно, шампунь и бальзам. Это у нас идет уход за волосами и кожей головы, питающий шампунь и питающий бальзам против перхоти, собственно, потому что вся продукция Clea Vitape, она идет против перхоти. В общем, да, вот такие вот здесь продукты, довольно, опять же таки, маленький объем, на самом деле очень маленький, в шампуне 200 мл, в бальзаме всего лишь 180, то есть, правда, мне это, ну, бальзама мне этого может раз на 5, это максимум, потому что я использую обычно бальзамы и маски очень обильно, и у меня их уходит очень много, поэтому, да, думаю, мне этой серии хватит ненадолго. В любом случае, я очень рада именно попробовать эту серию, потому что расхваленная она довольно-таки. И уже я несколько раз ей пользовалась. Мне понравился результат. Никаких проблем действительно нет от этих шампуней. И неплохо они работают с моими волосами. Их не пересушивают, что самое главное. Поэтому я определенно могу советовать пробовать вот эту вот серию. Это у нас идет серия Phyto Technology. Да, такая вот зелененькая. В общем, да. Понравилось мне, в принципе. Следующий набор также решила взять себе. Это от Чистой Линии. Вот такая вот здесь
также довольно милая коробочка, серия «Идеальная кожа» здесь, и сюда входит лосьон «Глубокое действие против черных точек», и также еще аквакрем «Мгновенная матовость». На лето взяла себе этот набор. Вот так вот эти два продукта выглядят, думаю, многие знают, потому что многие уже эту серию пробовали. У меня есть из этой серии гель, точно такой же, «Идеальная кожа» глубокого действия, и мне вот еще нужно было докупить лосьон и какой-то крем, и я увидела этот набор, и, конечно же, сразу же его схватила, потому что здесь сразу были два недостающих мне продукта. Не пользовалась еще, но слышала очень много положительных отзывов насчет того, что действительно очень хорошо очищают кожу, убирают всякие покраснения, предотвращают их появление повторное, поэтому да. Довольно бюджетная продукция, решила взять, попробовать и надеюсь, что понравится мне. Летом буду пользоваться, потому что мне кажется, что именно вот летом мне нужен такой матирующий крем. Это не просто крем, это аквакрем. Поэтому, да, будет интересно попробовать, насколько он действительно будет матировать кожу и избавлять от всяких несовершенств. Так вот покажу поближе. Довольно, конечно, маленький объем. У лосьона 100 мл, у крема 50. В общем, да, такие вот два небольших средства. Надеюсь, что мне понравится эта продукция, как и многим. Следующий набор, который я вам покажу, также мне показался очень таким интересным и милым. Это на самом деле малоизвестная фирма, называется Velta Cosmetic. И здесь вот такой вот был чудеснейший наборчик спа-дуэт для ваших рук, активные растительные компоненты. В общем, вот такая вот здесь довольно милая коробочка. Сзади, конечно же, рассказывается о каждом средстве, как им, собственно, пользоваться. И здесь было два вот таких вот продукта для рук. Собственно, называются они Cotton Bloom для красоты ваших рук. И первое, что сюда входит, это экспресс маникюр, коралловый пилинг для рук с маслом оливы. Вот такой вот пилинг здесь. И второй продукт, это крем для рук и кутикулы, восстанавливающий с SPF 6, с маслом авокадо и витамином Е. Пилинг довольно-таки легкий, то есть он не особо так будет скрабировать вашу кожу, он на самом деле очень легкий, но тем не менее все равно очень приятно так ухаживать за ручками и неплохо пахнет. И также крем, в принципе, тоже довольно неплохо увлажняет руки, и в дуэте они очень хорошо работают, поэтому я, конечно, довольна, что увидела этот вот наборчик и рада, что приобрела его. Следующий набор — это новинка L'Oréal Revitalift. Раньше я также покупала своей маме эту серию. Там были такие крема с помпой красного цвета. В этот раз уже вышли новые крема, и я поспешила купить этот набор для своей мамы. В общем, вот такая вот здесь коробочка была сзади. Опять же таки, расписывается о каждом продукте. Это легендарный уход для кожи от L'Oréal Paris. В общем, сокращает морщины, повышает упругость и также еще обновление шкиры. В общем, обновляет кожу, как-то так. И да, здесь вот такие вот два крема, конечно же, дневной и, конечно же, ночной. Вот такие вот два продукта. Она еще пока не начинала ими пользоваться. Но когда у нее были крайний раз эти крема, то они не понравились ей, потому что они вызвали аллергию, и она перестала ими пользоваться. Мы просто от них избавились. Очень хочется верить, что обновленная серия все-таки понравится ей больше. В общем, действительно очень-очень-очень надеемся на это, потому что, опять же таки, слышали приятные отзывы. Многие хвалят это вообще линейку Revitalift. Это у нас идет серия 40+, кажется. Так что да, купила такой набор и надеюсь, что маме он понравится. Итак, в этом видео это все. Я вам показала свои все наборы, которые у меня появились за последнее время. А в следующей части я решила все свои покупки все-таки поделить на несколько частей. В следующей части расскажу вам все, что я купила для лица. Этих средств на самом деле было очень-очень много, потому что я обожаю всякие продукты для лица. И, конечно же, также еще будут покупки продуктов для волос, для тела. Все это вас ждет в следующих частях. Ну, а это
Видео, надеюсь, что было для вас интересным и информативным. Обязательно ждите скоро остальные части. Спасибо, что посмотрели, и всем пока!